Браво гитаристу, он еще и бороться умеет. Да. Все мы знаем такой прекрасный прием, как Flying Armbar. Да, поднимите руку, кто в последний год сделал хотя бы один Flying Armbar. Все хотим его делать. Он такой красивый, да. Ну, а есть упрощенная версия со стойкой. Смотрите, чтобы вы понимали, в чем принцип вообще рычаголок-то. Да, мы берем вот этот захват, когда сидим в квартере. Да. Здесь мы сменяем руки, вот сюда. Вот такой захват. Чтобы это спровоцировать, можно специально, допустим, схватить человека за шею тоже и дать, взять его руку, поставить себе. У нас есть вот этот захват. Вот так. Отсюда мы просто подгружаем, чтобы упростить эту Flying Armbar. Можем уже даже присесть, затянуть. И сделать прям со стойкой. Здесь именно смысл вот этот захват. То есть не вот такой, как в классическом рычаге локтя, а вот такой. Просто смена рук. Ну, чтобы спровоцировать, да, сначала, скорее всего, это пойдет лезть там в кимоно или в ноуги, то за шею, на захват. Вот. И здесь у нас уже вот есть возможность. Сюда прихватываем, прям грузим. Можем даже на колено встать. Делаем вот так. Такой быстрый сабмишн со стойкой. Допустим, у нас начинается борьба за руки. Пытаемся прихватить за шею. Не хочет он хватать за шею, можно спровоцировать. Взять руку, попробовать, типа, дать. Хорошо, не дает, ничего страшного, у нас все равно есть вот этот захват. Просто запомните, что захват не как на классическом рычаге локтя, а сюда, смена рук. Смена рук просто, под мышку. Все, вот. Взяли, пошли, так. Грузим. Можно в целом это даже с шеей сделать. Я даже сказал бы, если держим шею, проще его будет подгрузить вниз. Падаем, вставляем ногу правую вот сюда. Не сюда, там куда-то, вот сюда. А вот эта нога просто делает, ну, такой мах. Все, здесь оттягиваемся. Можем попробовать завершить. Все мои забишены на заревок практически только рычагами локти. Все, готово, раз, два. Твоих, может, сматок 10-20 точно? Подтверждаю. Клетки, вы словно шоколадные конфетки. Это все металл. Вообще, я все люблю.